Дорог с так называемым «лунным покрытием» в нашем регионе становится все меньше и меньше. Исчезают столь ненавидимые водителями ямы и кратеры, и дороги становятся человеческими и безопасными как для людей, так и автомобилей. Одна из таких лунных дорожек скоро пропадет и в Ихве. Это участок улицы Куцца, непосредственно прилегающий к Ихвевскому центру профессионального обучения. Ученики профессионального учебного заведения получат новое покрытие на этой дороге в течение 2 месяцев. С момента подписания договора. Договор был подписан у нас в конце июля. Срок исполнения работ в течение 2 месяца. И то есть пройдет профилирование, восстановление покрытия и асфальтирование. То есть на основании этого у нас будет чистая, хорошая дорога, асфальтированная, новая. По словам старейшины волости, на основании этого договора в Ихве будут отремонтированы еще несколько участков дорожного покрытия. Общая стоимость будущих работ составляет около 50 000 евро.